Каждое из этих украшений – настоящее произведение искусства. В том числе и именно поэтому выставка «Блеск самоцветов» проходит в художественном музее. Выставочное объединение «Мир камней» из Санкт-Петербурга привозит экспозицию в Сочи несколько раз в год. На выставке «Блеск самоцветов» всегда много посетителей. Ведь украшения с натуральным камнем никогда не теряют своей актуальности. Это мода на все времена. На выставке можно найти серьги, броши и кольца из традиционных камней, например, янтаря, рубинов, сапфира. Есть и редкий, например, огненный агат. На пике моды сегодня и кожа в камне. Очень оригинальное ювелирное решение. Диапазон цен тоже от первых сотен рублей за талисманы на здоровье, на благополучие семьи, талисманы бизнеса для любви и дорогие авторские работы, которые могут стать семейной реликвией. Большим интересом пользуются и авторские украшения, изготовленные руками российских ювелиров и камнерезов, штучные экземпляры. Вот эту брошь, например, выставляли даже в Эрмитаже. Цветок вырезан из халцедона, причем высочайшего класса. Золото белое, бриллиантики, в общем, работа, сами видите, на высшем уровне. Это очень тонкая работа, очень сложная и неповторимая, потому что второй раз повторить невозможно. Кроме украшений из камня, на выставке можно увидеть и купить бижутерию, камни-талисманы, сувениры. Представлен большой выбор минералов, которые могут стать как частью коллекции, оберегом, быть куплены в лечебных целях, так и послужить оригинальным украшением интерьера. Кроме того, ежедневно на выставке работает экспертиза камней. Любой из самоцветов прямо на месте можно бесплатно проверить на подлинность. Выставка «Блеск самоцветов» будет работать в художественном музее по 16 августа с 10 до 18 часов. Татьяна Говоркова, Ольга Десятова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.